У эфире программа «Новины региона», у студии Кристина Каранкевич. Добрый день, и в этом выпуску глядите. Ориентир на белорусский и российский рынок. На новом предприемстве Осиповича рыхтуются до серийной вытворчести уникальной продукции на просторах краины СНД. Не чекающий субботника, активная молодь допомагает на подворках одиноких состарелых. Шлягеры от ведомых зорок. У Могилеве протягивается международный музычный фестиваль. Дни Могилевской области проходят в Москве. Комплексную презентацию нашего региона лазить в деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь у Российской Федерации. Предприемства презентуют гандлево-экономичный, инвестиционный, туристичный и культурный потенциал Могилевской области. На мероприемство запрошены дипломатичная миссия и посольство держав, которые находятся у российской столицы. А так само представники российских регионов-партнеров нашей области. У межах встречи плануется подписание шерега документов об сотрудничестве с российскими регионами. На мероприемстве працует наша здымочная группа. Усе подробности у дальнейших выпусках. Контейнер-цистерна вытворчасти Осиповицкого завода транспортного машинобудования прошла аттестацию и готова до серийной вытворчасти. Предприемство организовали меж за год тому на площади былого вагонобудовничего завода, что стал банкротом. С основальником новой вытворчасти выступила белорусская чыгунка. Теперь тут выпускают конкурентноздольную продукцию, аналогов якой нема в краинах СНД. Такие контейнер-цистерны довольно запотребованные, кажут на предприемстве. Они призначены и для обеспеченных грузов, и для химичных вадкостей. Их особливость у многофункциональности. Контейнер-цистерна может выкрестовываться для грузоперевозок по чыгунце, море и навод на автомобильном транспорте. Такое предприятие на данный момент у нас одно единственное в Беларуси, ну и в СНГ. Очень много желающих основаться и сделать такой же похожий завод. Мы не пересекаемся с Могилевским заводом, если, например, вас это интересует. У нас другой тип подвижного состава, у нас ориентированность на вагоны-цистерны и вагон-платформы различной длины. Вот. Ну и там контейнеры. На предприемстве сучасное замежное обсталевание из Италии, Германии, Австрии. Каб выключить вытворчий брак, якость продукции проверяют у рентген-лаборатории. Свой первый заказ на 40 контейнер-цистерн предприемство выполнено до конца листопада. Снежана Крижевич, Алена Соловьева, Александр Тарасов. Новини региона. На пожары у Хотинску мясцовый жыхар выратовал пенсионера, як поведомили у службе 101, ночью гарэў приватный жилый дом. Треск шиферу, який лопаўся ад агню, пачуў сусед, і калі зразумеў, што гэта пажар, выклікаў выратавальнікаў і сам пабег на дапамогу. Калі мужчына ўвайшоў у дом, то ўбачыў на падлозе гаспадара і вынес яго на вуліцу. Пацярпелага шпіталізавалі. Спецыялісты мяркуюць, што пажар мог адбыцца за неасцярожнасці пры курэнні. А вось у Асіповіцкім раёне з-за ўзгарання фермы эвакуіравалі 154 каровы. Яшчэ да прыбыцця службы 101 вартаўнік самастойна паспеў вывесці з кароўніка большасць статка. Огонь пошкодил частку даху сельгазбудынку. Люди и живелы не потерпели. Сгодно по передней информации, до узгорания могло провести короткое замыкание электропроводки. 28 кастрычника у Могилевской области пройдет осеньский субботник. Нагадаем, это будет своеобразная подрыхтовка до зимы. Але активисты БРСМ уверены, что не обовязково чекать субботника и вырашили уже теперь допомогчи навести порядок на участку одинокой могилевской пенсионерцы. До Тамары Адамовны Клепча молодь приехала с самой раницы. Кажуть, імкнулися як мага хутчэй дапамагчы бабулі. Некалькі дзён таму гэтая одинокая пенсионерка звернулася у комитет БРСМ и администрацию Кастрычніцкага района, каб ёй дапамаглі прибрать смецце з двора. Чакаць долго не прыйшлося. И сегодня мы совместными усилиями сотрудников БелАЗа, Могилёв-Зеленстроя и активом БРСМ решили помочь Тамаре Адамовне убрать насной мусор у нее на приусадебном участке. Напередодні работники БелАЗа спілавалі небезпечные древы, капты не завалились и не оборвали проводы. Тепер же молодь разом с работниками Могилёв-Зеленбуда собрала смети и галлё и вывезла с двора Тамары Адамовны. Правда, господиня весь час переживала, как справятся подлетки с такой нелегкой справой. Я очень рада, но вы еще совсем молодые.
Такая работа не подходит. Тяжело вот так утром вставать, приезжать и ветки разгребать? Нет, это... Ну, мы делаем доброе дело для людей. А какие чувства тебя наполняют, когда ты помогаешь бабушке сегодня? Да, я чувствую, что я могу что-то сделать для этого мира полезное. У ближайших планах допомогчи Тамаре Адамовне зрабіць новую брамку, бо цяперашняя нават не зачыняецца. Да і ўвогуле наперадзе шмат працы. У восені, узімку адзінокім старым і інвалідам неабходна больш увагі і дапамогі. Наталья Юдакімова, Дзяніс Бутылін. Навіны рэгіёна. Яскравым гала-канцэртам афіцыйна адкрыты 22-й музычны фестываль «Залаты шлягер». На сцэне Палаца культуры в области са сваімі хітамі выступілі вядомыя артысты Беларусі, Расіі і далёкага замежжа. Са сцэны гучалі шлягеры і песні, якія толькі прэтэндуюць імі стаць. Асобная старонка фестывалю была прысвечана вядомай спявачцы Тамары Мянсаравай, якая планавала завітаць на 22-й «Залаты шлягер», аднак лёс склаўся інакш. Нагадаем, гэта толькі пачатак фестывалю, гледачоў чакае яшчэ шмат яскравых канцэртаў. Это единственный фестиваль, это единственная сцена, куда я продолжаю выходить. Это «Золотой шлягер», и я рада, что меня приглашают. Это очень приятно, потому что в свое время отказалась от всех концертов ввиду занятости. Но «Золотой шлягер», конечно, я пропустить не могу. И спасибо, что вновь вы пригласили, я в Могилеве, в своем родном городе. Некаторых удзельнікаў канцэртных праграм «Залатога шлягера» часам можна сустрэць вось так наўпрост на вуліцах Магілёва. Але ўсё ж такі часцей яны сустракаюцца са сваімі слухачамі на сцэнічных пляцоўках. Таму журналісты імкнуцца не прапускаць прэс-канферэнцыі, каб расказаць сваёй аўдыторыі пра жыццё і творчыя планы знакамітых выканаўцаў тых самых шлягераў. За больш як 30 год існавання аўстрыйскі гурт «Джой» перажыў і поспех, і разлад. Апошнія 20 год яны зноў разам. І цяпер кажуць іх спрэчкі пра моду, жанчын і палітыку. А вось пра сучасную музыку ў меркаванні аднолькавае. После 80-х не то, чтобы музыка умерла, но в музыке начала умирать душа. Ну вот мы в том числе тоже, наверное, виноваты в этом, потому что мы были одни из первых, кто стали использовать какие-то компьютерные ударники и синтезаторы вместо живых инструментов. В итоге это привело к тому сейчас, что вся музыка вообще пишется на компьютере практически в наше время. Латвийская эстрадная спявачка, выканаўца шматликих шлягеров советского периода Вольга Пирахс, так само признается, что песни зараз іншие. В основном это такой немножко танцевальный больше уклон для молодежи, такое очень, так сказать, навязчивые какие-то 2-3 слова, которым запоминаются и все. И, собственно говоря, ничего там особенного нет. Поэтому я обычно так говорю своим ученикам, что я такие песни могу писать, ну, как минимум 10 песен в день. Бас-гитара, барабаны, флейта, немецкая, английская, португальская, французская мовы. Як удалося доведаться подчас пресс-конференции, это далеко не все таленты мультиинструменталиста Африка Симона. Африк любит готовить какие-то такие национальные блюда с рисом, перцем, паприкой, курочкой. Иногда он добавляет что-то мясное. Это его увлечение, он не воспринимает это как что-то такое трудное. А еще ему нравится убираться дома. Выканаўца одного из самых знакамітых шлягеров 80-х, які угадваюць по першых нотах, поделился с корреспондентами, что менавіта музыка придае ему молодости и настрою. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов, «Навіны рэгіёна». Незвычайнага папутчыка аднаго з мясцовых аўтамабілістаў заўважылі жыхары Быхава. Свайго гаспадара, вадзіцеля легкавушкі, часам суправаджае звычайны кот. Аказваецца, малады кот па мянушцы Жэк не баіцца хуткасці, а наадварот атрымлівае ад гэтага працэсу сапраўднае задавальненне. Прапануем і вам паглядзець на вусатага гоншчыка ў нашай рубрыцы «На ўласныя вочы». Актуальные новины в области вы можете найти на сайте tvrmogilev.by. Я с вами развитываюсь. До встречи в эфире.